Добрый день, Арифлейм! Вау! Это обалденное ощущение здесь стоять на этой сцене. Перед вами 16 тысяч арифлеймовцев! Молодцы! Я хочу сказать вам огромное спасибо. Спасибо за результаты, спасибо за работу, спасибо за лояльность, за преданность, за то, что вы делаете каждый день для себя, для своей семьи, друзей, для России, для Беларуси, для СНГ, для Арифлейм. Я вас поздравляю с тем, что Арифлейм растет. Растем в мире, растем в Мексике, растем в Турции, растем в Индонезии, растем в Китае, растем в России, растем в СНГ. Это великолепный результат, особенно когда мы знаем, что не всегда так легко. Но мы на правильном пути. Мы идем вперед, мы растем, мы чувствуем себя очень-очень сильными. Давайте поговорим о нашей с вами будущем. Как будет это будущее выглядеть? Потому что мы знаем, что много меняется вокруг нас и вокруг в мире. Как будет понятие красоты? Как насчет Арифлейм? Как мы будем выглядеть в будущем? Но мы знаем, что мы стоим на очень-очень сильном фундаменте. Основой нашего бренда – это что-то, которое есть у нас. Это мы. Бренд – это как личность, бренд – это как человек, кто имеет видение, кто имеет свой смысл жизни, который имеет свои цели и свою личность. И давайте поговорим немножко о личности Арифлейм, потому что это важно нам знать. Наша миссия – воплощать мечты. Это значит, что мы будем делать все, чтобы помочь вам и людям вокруг создать свою жизнь, чтобы воплощать свои мечты. Это фундамент, это наша миссия, миссия Арифлейм. Наша цель – это стать номером один. Не только в России, не только в СНГ, а по всему миру. Мы идем к номеру один. Наши ценности, которые с нами с самого-самого начала, с братьев, дух единства и страсть. Это значит, что мы верим в то, что мы хотим выиграть вместе единство. Это партнерство между компанией и лидерами. Это ваша работа с вашими новичками. Работают вместе, единство, помогаем друг другу, уважаем друг друга. Дух – это дух предпринимательства, дух никогда, просто никогда не сдаваться. Смотреть, что возможности завтра, улучшить все, что есть сегодня, чтобы быть релевантным завтра. И страсть – это любовь. Это внутреннее желание работать с людьми, работать в бизнесе и страсть за наше дело, наши продукты, любовь к своему делу. Единство, дух и страсть. И мы из Швеции. И это тоже дает нам некоторые вещи, которые мы фокусируемся в нашей с вами работе. Во-первых, это доступность. Это доступность нашей продукты.
Мы никогда, никогда не будем продавать самые дорогие продукты. И никогда, никогда не будем продавать самые дешевые продукты. Мы предлагаем шведское качество по доступным ценам. Доступность очень-очень важна. Это тоже доступность к нашему бизнесу, нашей возможности. Доступность, возможность начинать что-то новое. Натуральность, натуральные ингредиенты. Верить в экологическое будущее для этой компании. Устойчивость. Мы верим в долгосрочные бизнесы и планета. Надежность. Надежный партнер, надежные продукты. То, что мы клинически тестируем, чтобы самое хорошее качество было, это гарантия успеха. И, естественно, может быть, самое главное для вас, это надежность, которой можно полагаться партнер к бизнесу. И прогрессивность, которая важна не только сегодня, а завтра. Наши ученые, сотнями, кто работает, чтобы разработать на самые последние тенденции продукции на будущее. И с точки зрения бизнеса тоже. Мы смотрим онлайн технологии, чтобы быть готовы к завтрашнему дню. Важно вам знать. Но, конечно, нам надо смотреть тоже, что творится на рынке и какие тренды важны для нас, когда мы формулируем свое будущее. Но, во-первых, это бренд со смыслом. Это значит, что люди не покупают продукты, не покупают функции, покупают по эмоциям и покупают то, что веришь. Я имею очень много споров с моих детей часто по поводу выбора, может быть, телефона или что-то удобное. И я расскажу, что вот это гораздо лучше, чем это и так далее. Но бесполезно, потому что они просто хотят именно вот этот модель. Не могут объяснить логически, но есть здесь в сердце, в голове. То, что хотелось. Мы тоже смотрим тренд, что люди не думают только о внешнем вид, а внутреннем. Начинают физически активироваться, думать о чем, что кушаешь, как долго спишь, здоровый образ жизни. Это сильно заметно в мире, это сильно заметно здесь. Мы тоже видим цифровые технологии. Мы связываемся каждый день по телефонам, по другим меркам. И это только-только начало. Тоже, когда я общаюсь с своими людьми или своих детей, бесполезно кричать, потому что сидят своими наушники, смотрят на свой мобильный телефон. Надо переписать, и это очень быстро идет. Я пишу одно сообщение, получу 20 обратно. Это другая жизнь, другая технология. Когда я звоню своей жене, она никогда не отвечает. Она не знает, где телефон. Чтобы поговорить с ней, я позвоню своей дочке, потому что приклеен телефон к руке. Это что-то другое, которое нам надо готовиться. И тоже, конечно, возможности, которые дает технологии с точки зрения бизнеса. Создаются новые бизнеса, где люди хотят свое, хотят строить свой бизнес, дополнительный доход или свой бизнес. И, естественно, принадлежность к сообществу, то, что мы видим, которые очень-очень релевантны для многих компаний. И все эти тенденции, они просто идеально сочетаются с тем, что мы предлагаем, и с нашей шведской происхождением.
Я видел вчера статья, которая говорит, что Швеция номер два в мире с точки зрения технологий и инноваций. Очень важна, очень релевантна нашим бизнесом. Будущее в наших руках. И будущее в стороны промипродажи и Арифлейм. Это тенденции, которые мы видим для молодежи. Это тенденции, которые мы видим с точки зрения того, что люди хотят выбирать, чем заниматься, когда и сколько. Как возможно зарабатывать деньги, появляется масса новых возможностей. И все начинается с нашего взгляда на красоту. Как мы видим на красоту. И для нас это важно, как ты выглядишь, но очень важно тоже, как ты ощущаешь себя. Как ты ощущаешь себя и как сам выбираешь жить свою жизнь, жить мечтой. Арифлейм – это больше, чем красота. Это стиль жизни, это образ жизни. Мы предлагаем красота как образ жизни. Это значит, что мы думаем о своем уходе лица. Мы думаем о своем уходе здоровья и здоровое питание. Это так, что мы думаем и предлагаем наш широкий ассортимент парфюмерия, декоративной косметики и все остальное, чтобы каждый мог создать свой собственный стиль, свой собственный образ. И мы предлагаем свой успех, возможность бизнеса строить свое собственное будущее вместе с людьми. И предлагаем сообщество, принадлежность к сообществу Арифлейм, принадлежность к вашей сообществу, которое вы имеете для своих людей. Очень релевантно, очень важно. Так что, дамы и господа, мы вместе, мы идем на номер один. Я желаю вам огромного успеха. Я сильно верю в наше с вами будущее, потому что наше будущее в наших руках. Спасибо вам, успехов вам!